ходили по городу и заходили к людям домой, у них холодно еще. Ну, вы, может быть, здесь есть вопросы и по самим квартирам. Здесь, не, скажем, не все были подготовлены к отопительному сезону. Это я вот сейчас вас наглядно, да, снимите. Я показал, батареи горячие. То есть проблем нету. Могу к себе домой завести. У меня батареи горячие. Можете пройти по квартирам, по домам, которые паспорта готовности получили. Дома были готовы к отопительному сезону. Температура, в принципе, на сегодняшний день в квартирах от 17 до 23 градусов в среднем. Вы говорите, батареи горячие. Для чего же тогда вам такой большой обогреватель? Ну, я более, скажем так, теплые, комфортные условия люблю. Поэтому я дополнительно ставлю обогреватель.